Использованные шприцы, капельницы и страшно подумать, человеческие останки. Фотографии депутата областной думы Романа Фомичева, накануне опубликованные в социальных сетях, сегодня утром взорвали Ярославскую благосферу. В комментариях к снимкам говорилось, что опасные медицинские отходы находятся без должной утилизации и обеззараживания. Поступило обращение от избирателя, собственно говоря, моего округа. Сегодня я инициировал проверку и запросы. Парламентарий отправил заявление в полицию, департамент здравоохранения и природоохранную прокуратуру, а после в компании журналистов отправился на указанное избирателем место. Там поначалу нас ждало разочарование. Единственный контейнер оказался на треть заполнен строительным мусором. Следов же медицинских отходов не было. Позже расследование уже в присутствии сотрудников природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора продолжилось у проходной комплекса термического обеззараживания отходов. Вскоре появилось и руководство предприятия. Было обращение, были фотографии сделаны. Говорят, что там даже руки, ноги человеческие. Это, ну, такое может? Это кто-то придумал, наверное, там. Есть на пакете как раз желтого цвета четко написано «отходы класса Б». К этим отходам по классификации относятся отходы опасные. После операции, в том числе, человеческие останки могут быть. Комплекс термического обеззараживания был построен в 2006 году. Здесь утилизируют отходы с железной дороги. Кроме того, у предприятия есть разрешение и на уничтожение медицинских отходов. Однако в настоящий момент завод находится на реконструкции и никакой деятельности, как утверждает дирекция, не ведет. Прессу на территорию завода не пустили, сослались на то, что это режимное предприятие. А вот перед депутатскими и прокурорскими корочками руководство спасовало. Журналистам пришлось дожидаться информации, сидя под забором. В ходе получасовой инспекции на территории предприятия все-таки кое-что нашли. Обнаружен контейнер для строительных отходов крупногабаритных, в котором находятся отходы, упакованные в желтые мешки, на которых имеется маркировка «Медицинские отходы класса Б». Если информация о нахождении медицинских отходов в этом контейнере подтвердится, то это будет являться нарушением правил хранения медицинских отходов. Со слов специалистов, отходы класса Б относятся к опасным. Это инфицированные медицинские отходы, материалы и инструменты, использованные во время операции. По инструкции их обязаны сжигать, а транспортировка должна производиться в специальных контейнерах. За обнаруженную находку комплексу термического обеззараживания грозит немалый штраф. Однако руководство предприятия отрицает то, что найденное в контейнере принадлежит им. Георгий Колчин, Николай Тамашов. День в событиях.